Десятый класс – это урок программирования. Мы, поскольку у нас нет профильного курса, мы изучаем QBasic. Это один язык программирования. Но в данном случае это вполне достаточно, хотя можно и Pascal. Ребята некоторые из этого класса уже знакомятся с Pascal, но просто в неурочное время. Цель урока была научить строить графики функций, используя минимум какой-то информации и минимум ресурсов. То есть изготавливается определенный шаблон, и этот шаблон корректируется для следующего графика. В данном случае ребята молодцы, и они очень хорошо справились. То есть чувствуется, что они ответственны в этом отношении, и знания у них довольно-таки очень-очень крепкие. Поэтому четверки и пятерки вполне естественно говорят о том, что троек практически нет, ни одной. Цель урока достигнута. Ребята вспомнили, в данном случае здесь сочеталась не только информатика, но и математика. В частности, умение сконцентрироваться, определить, что такое область определения, значения функции, параметры различные, математические и так далее, и так далее. То есть чувствуется, что подготовка у ребят хорошая.